Эй, смотрите, это же зеленый Том, еще один котик Том, и вот она, кошечка Анжела. Всем привет, друзья, вы в городе героев. Сегодня мы устроим соревнование между пушистиками. Посмотрим, кто из них самый сильный. Готовы? Кто больше всего наберет очков, тот и выиграет. Анжела уже разгромила гигантского енота. Кстати, наши два котика отправились в самую холодную локацию. Может быть, там быстрее очки набираются? Я не знаю, как его смотрю. Очень-очень холодно. А вот кошечка Анжела у нас на набережной. Ой, на нее чуть не свалилась. Это лодка. Так, и двум котикам Тома предстоит разгромить стену. Отлично. А за стеной, кстати, целая гора золотых монеток. Анжела громит маленьких енотов, убирает их всех со своем пути. Она хочет спасти город героев от злых енотиков, друзья. А вот зеленый котик Том уже решил телепортироваться на набережную. А красный котик Том поднялся в мою любимую ледяную пещеру. Смотрите, как здесь красиво. Какие-то огромные бриллианты красного цвета. Ой, точнее, это не бриллианты. Красивые камни. Я не знаю, как они называются. Если вы знаете, напишите мне подсказку в комментариях. Ой, пещера быстро закончилась. Это была какая-то маленькая пещера. Так, ладно, Том, давай останемся еще в этой зимней локации. Может, найдем пещеру побольше и насобираем этих красивых розовых камней. Кстати, кто у нас на первом месте? Это красный котик Том. Анжела телепортируется. И Анжелочка у нас, кстати, самая-самая последняя. Кстати, вы решили, за кого из пушистиков голосуете сегодня? Если за красного котика Тома, пишите цифру 3. За кошечку Анжелу циферку 2. Поддержите любимого пушистика. И единичку, если вы болеете за зеленого котика Тома. Он у нас, кстати, на втором месте. Я, как всегда, болею за кошечку Анжелу. И моя циферка 2 сегодня, мои хорошие, двоечка. Так, Анжела у нас по-прежнему самая последняя. Да-да-да. Хотя нет, смотрите, она вот-вот обгонит зеленого Тома. Они идут фактически наравне. Умничка, молодец, Анжела. Я так сегодня за тебя болею. Давай-давай-давай. Чуть-чуть, почти сравняли счет. Она совсем немножко, где-то на 1000 очков всего лишь отстает. Но можно сказать, что они практически идут наравне. Так, ура! Кошечка Анжела обогнала нашего зеленого котика Тома. Я в них уже запуталась, ведь сегодня у нас целых два Тома соревнуются. Анжела взяла щит и отлично! А вот красный Том уже успел насобирать 217 тысяч очков. Неплохо. Смотрите, в какую опасную локацию он забрался. Тут много ковров. И вот он, хитрый енотик в синем костюме. Хватай его, Том. Отлично, ты поймал. Это самые хитрые еноты. Они так быстро бегают, друзья. Они вообще очень шустрые. А куда телепортировался наш зелененький Том? Он снова забежал в ледяную локацию. Надеюсь, может быть, он поднимется в красивую ледяную пещеру. Будем смотреть. Красный Том берет щит, и у него, можно сказать, дополнительная жизнь. Да, как жалко, что бонусы действуют недолго. Кстати, в игре Том за золотом, по-моему, намного дольше действуют бонусы. Здесь они очень быстро проходят. Вау, зеленый Том берет суперсилу. И, конечно, он обгоняет кошечку Анжелу. Он вот-вот догонит красного котика Тома. Пока он на первом месте, красный котик Том, цифра 3. Кто болеет за него, мои хорошие, кстати, у меня появился новый канал, называется «Волшебный сундучок». Заходите, подписывайтесь на мой новый канал. Там будет игра «Всплеск суперсилы». Будем бить водными бомбами енотиков. А еще город героев. Котик Том будем с вами готовить. Котик Бубу, в общем, ваши любимые игры, мои хорошие. Заходите, подписывайтесь, жду вас на своем новом канале «Волшебный сундучок», мои хорошие. Да, а сегодня для подписчиков передам много-много приветов в конце ролика. Хотите тоже привет? Тогда вам нужно подписаться на канал Ушастый Kids и в комментариях написать имя и фамилию, и получите приветик в одном из новых роликов. Так. Ух ты, голубая Анжела бомбит енота, громадного енота, еще один громадный енот, вот это да, она всех их снесла, умничка Анжела. Так, а у нас на первом месте, пока я тут с вами болтала, уже зеленый котик Том, он всех обхитрил, ребята, и теперь он самый-самый первый, циферку 1, кто болеет за зеленого котика Тома. Красный котик Том врезался, и его уже обогнала кошечка Анжела. Вот это соревнование. Моя любимая Анжела теперь на втором месте. И красный котик Том, вы не поверите, он теперь самый последний. Хотя
он берет суперсилу, и что? Он сравнял счет с кошечкой Анжелы. Он опять ее обогнал. Анжела проигрывает теперь. Друзья, вот это да. Напишите двоечку, кто болеет за Анжелу. Давайте ее сегодня поддержим. Пускай наша кошечка обыграет всех котиков. Так, по-прежнему на первом месте зеленый Том. Но если бы не врезался, красный Том бы его догнал. Нужно быть внимательнее. Врезаться в соревновании нельзя. Потому что если ты врезался, ты упустил время. Соответственно, другой игрок набрал больше всего очков. Так что вот Анжела взяла щит и бежит с ним правильно. Щит – это дополнительная жизнь. А котик Том бежит по крыше. Смотрите, у него тарзанка. Высоко и опасно. Здорово, Том. Вот это прыжок. Отлично. Еще одного енотика ты поймал. Молодец. Опа! Ничего себе. Вот это высота, мои хорошие. Кто же у нас сейчас на первом месте? По-прежнему это зеленый котик Том. У него уже 615 тысяч очков. На втором месте красный котик Том. И Анжела пока самая-самая последняя. Может быть, ей поискать заряд, бонус, который дает суперскорость? Давай попробуем поискать. О, нет, хвостик Анжелы. Вы видели, она врезалась. Скорее ее спасаем и телепортируется наша кошечка в город. А наши котики решили отправиться на крышу набережной. Да, и здесь много енотов, таких гигантских, больших, злых енотов. Ну, маленькие, мы их уже привыкли к ним, я думаю, легко с ними справимся. Отлично, Том. Ничего себе, сколько много енотиков. Сегодня наловили наши пушистики. Кстати, больше всех енотов было у зеленого Тома. Он сегодня лидирует по всем позициям у нас. Так, вот-вот его сейчас догонит красный Том. Представляете, в начале игры красный Том все время выигрывал, а теперь отстает. Так, моя любимая кошечка Анжела, ну давай поторопись, давай попробуем бежать по набережной. Может, так быстрее мы сможем догнать наших шустрых супергероев, котов, друзья. Обязательно голосуйте, за кого вы сегодня болеете. Ух ты, зеленый Том снова взял суперскорость, и того уже у него 780 тысяч очков. Его догоняет красный котик Том. И моя любимая Анжела пока самая последняя. Так, ничего, не расстраиваемся, у нас есть еще минутка. За эту минутку кошечка Анжела, может быть, еще успеет занять первое место. Зеленый Том телепортировался в китайский город и сейчас поднимемся на крышу. Там будут крутые драконы. Полетаем, смотрите, аэроплан. Ну, полетели. Все котики решили телепортироваться. Не только зеленый Том. Так, Анжела у нас в городе. Да, все в городе. Все в городе, хотя нет. А красный котик Том у нас в локации с пирамидами. В Египте, наверное, я не знаю, да, это, наверное, Египет, полно пирамид и полно енотиков, вот они, мои хорошие. Так, кто же у нас на первом месте? А на первом месте по-прежнему зеленый котик Том, на втором красный котик Том и Анжела самая-самая-самая последняя. Анжела, смотри, котики нашли два щита. Так, Том поднялся в опасную локацию, если сейчас он свалится, то у кошечки Анжелы будет шанс занять второе место. Так, ой, вот видите, Том свалился. Я же ему говорила, что эта локация очень опасна. Стоп игра. Смотрим. 909 тысяч очков красный Том. 900 тысяч очков Анжела. И больше всех у зеленого котика Тома. Он сегодня на первом месте. Ура! Победил зеленый Том. Хотя я, если честно, как вы помните, болела за кошечку Анжелу. Ставьте лайк, если вы рады, что выиграл ваш питомец, мой хороший. А я пока буду передавать приветы. Так, первый привет у меня сегодня для... Сейчас посмотрим, для кого. Настя Рязановская получает привет. Василиса Фомина, Иван Шинкарчук, Ира Королева, Саша Гордиенко, Саша Корнеева и Матвей Кондрашов получают приветик. Летит для Наденьки Якубовой. Рита Дудник и Дина Схайбулин получают привет. Николь Редина и Кира Гаваева ловят привет от кошечки Анжелы. Анжелика Березкина, Ариана Ефремова, Ксюша Гришина получают приветик. Лена Филимонова, Лиза Гаврилина, Дашенька Мура, активная наша подписчица. Адриан получает приветик. Маргарита Полтавченко, Маша Бочарова, большой приветик. Алина Васильева, София Булатова, Катюша Вельминская, Полина Шаган, Катюшенька Гаврилова и Машенька Елисеева получают привет. Самира Ахатова, Андрей Валуев, Катюша Зеленцова и Олечка Дунаева, а также 4-й А-класс школы номер 9. Большой вам приветик, друзья! Аня и Вика
нацвины, две сестренки. Приветик вам! Соня Зазуля, Рита Дудник, Кристина Горченкова, Маргарита Беташ, Саша Лакомкин и Варвара Солошенко. Это еще не все, мои хорошие. Анечка Сапова ловит привет, Алиса Яковлева, Злата Ходжер, Егор Алексеев получает приветик, Полина Худякова, Альберт Геворгян и Таня Крутикова ловит приветик, а также Даша и Полина Долгая, Рита Шкуропад, Ангелина Чечетова, Давид Костюкович и Денис Власов получают большой привет. Ну и последний на сегодня привет для Руслана Ульянского, Ренаты Шевченко, Сергея Пятницы, Илья Лимаев и Танюша Берега, а также Настя Соловьева и Ксюша Терновская. Большой-большой вам всем приветик, мои хорошие. Спасибо большое, что смотрите канал Ушасти Kids. Понравилось видео? Ставьте лайк, мне будет очень приятно. Ну а мы с вами увидимся в новой серии на канале Ушасти Kids. Вечером всем пока-пока!